падал свет, кот лежал под лампочкой, ему там тепло было, я писала что-нибудь, а он так лежал, смотрел на меня. Мама пришла, сказала... Фреда? Кот где? Фреда, Фреда? Смотри сюда, смотри, смотри. Ну? А где паук-кот? Где ты оставил друга своего, Фредди? Где друга своего оставил? Где? Где паук-кот? Где кот, паук-кот? Маш, ты берешь одну. Где Чарли? Две нитки у тебя, ты везде. Послаб же, вяжи, тебе сейчас трудно вязать. Отпусти ты его, отпусти. Ты же послаб же, так под тени. Вот где Чарли? Куда в пол кота дели? Это задание, моя задание. А самое главное, это кружить. О, пробат! Чарли, Чарли, Чарли. Чарли, Чарли, Чарли. На синьку охотится. Пас, Чарли, пас. Взять его. Взять Семена. Взять Семена. Чарли, Чарли, нападение на Фреда. Чарли. Чарли охотится. Чарли охотится. Чарли охотится. Мама, знаешь, что туда, пожалуйста, это принесла? Мама. Ну все, Фред, ну все уже. Нужно каждый раз из забора вытаскивать, когда он попадает за забор. Я чё мне воду. Уже не вытаскивается. Маша скажет тогда что. Внимайте! Фреда. Чё? Ля-ля, хоп-ля-ля. Ты нам делал всё, да? Значит, объясняю, что... Ты сразу же тогда отпусти, чтоб дальше не пустили. Я скажу как, стоп. Тихо. Стоп! Пускай, пускай. Быстрей. Смотри. Быстрей. Ещё быстрей поднимайте, ну. Ещё быстрей поднимай. Поднимай быстрей! Быстрее поднимай! Поднимай еще! Поднимайте, поднимайте! Ну что, не видно за кустами его? Что делаете, а?
Семен, подходи сюда, смотри, как он в кусты будет слезать. Так, во-первых, колодец не игрушка. Садись, все, садись. Все. О, кот пошел. Операцию сделали. Терацеха, я все замочилась. Ну, кот обижают, да? Чарли обижает тебя, кису любезную. Обидели. Но он не испугался. Да. Хватит. Где мяч? Фреда, Фреда! Фреда, Фреда! Идёшь снимать, так ясно? Не вообще. Фредди, 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 Фредди! Нужно Фредди отправить. Вот выедает. Да смотри, что делают тебе. Они уже озлоблены, и уже это сам. Ну что, небось, опять задел больно. Пусти, пусти его, чёрт, пусти. А то, видишь, развивались тут, да. Или борьба. Попало, да? Так, да. Попало. Взять их, Чарли. А, уши прижал. Куда ты идешь? Куда ты идешь, да? Пожалуйста, ой, скажи. Вот мы тут. Ой, какие вы хорошие. Ой, куда? Здрасте, здрасте, ну, здрасте, мордасте. Такие хорошие. Козляты. Ну что ты моя маленькая? Да, вот, такие хорошие. Вот. Идите ко мне. Могу. Идите ко мне. Идите. Ко мне. Надя. Нет. Идите вон. А ты, Верочка, иди ко мне. Надя. Вера, иди сюда, Вера. Сейчас. Ой, уйдите. Иди, моя маленькая. Вот что они делают. Видите? А? Сейчас потом 20 начнут. Это вы живопием вон. Видел Сеня, что они делают, а? Да. А вот теперь сейчас я ее поставлю. Как они блюдами сосут? После этого будет сама пить. Видите, что делает? Да. Представляете, вот надо на руки обязательно взять, а потом... Сень, подойди поближе, чтобы я тебя тоже сняла. Не, вот только вот с этого... Ну, с козлетами. Ну, там на руках я сниму с козлетами. Ой, как интересно. Они лапы подгибают. Это будет интересно. Ну, сними меня тоже, Сень, козлетками. Вон, уже козлята, видите, меня вымазали как? Ой, сейчас. Вам, пожалуйста, эти козлята. Вот, ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти, грязные. Нет. Нет, милые мои, надо мне переодеваться после. Ну, молоками, когда вы одеваете? Не хочешь больше? Ну, садик, вы пошли, вы пошли. Так, давай я сейчас этим налью еще. Да, выливайся. Ой, лопнут эти, не лопнут. Это лопнут пузыри. Сейчас она будет выживать-то. Видите, как она выживает белую? Сейчас 20 только толкнет. Верочка, ее толкнет. Иди сюда. Вот. Вера. Она начинает. Ну, что идешь, красавица? Я выпила. Все, напилась. Ну, иди, моя умница. Иди сюда, Верочка. Вера, иди туда. Вера, ты что такое? Ты будешь лезть или нет? Ничего. Иди, иди вон. Иди вон. Иди вон. Иди вон, я тебе сказал. Иди вон. Подавили. Иди сюда, Верочка. А?
Иди ко мне, тебе сказал. Говоришь, ты... Говоришь, ей нет. Я тебе покажу. Нас снимай. Ладно, надо ей теперь, хватит. Ну подожди, ты из-за живота не хватай, она ж поела. Надя, Люба, идите сюда. Видите, все. Надя и Люба. Это идите. Нет, это Люба и Надя, да? Да, Люба и Надя. Это подумать, вот Вера не очень хочет общения. Надя, они спать Надя, хотят, Надя, Люба, ты их сейчас уложи. Ну сейчас я покажу. Иди сюда, иди сюда. Потом ему укладывают. Надя, Люба, Люба. Идите сюда. Да, ну вот поэтому они сейчас и спали. Это в одной коробке причем. Идите сюда. Идите сюда, идите, 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 идите. Идите, идите. Вот, иди туда, цветоки. Ребята, Вот и третья. Красавица. Все тут. Вот. Павлик, все тебе, да? Сень. Все сделал. Подожди. На фотоаппарат сфотографируй, но уже достаточно на камеру. Вот что там? Удочка здесь стоит. Что вы там делаете? Ну на фотоаппарат сфотографируй, Семен. Проверь ты. Семен, ну правильно, теперь я попу снять. Сень, ну сними на фотоаппарат теперь. Подожди, я снимаю еще. Подождите, да. Они сейчас, пока ты будешь снимать, они им надоест, они убегут. Поворачивайтесь-то, ну-ка. Позируйте. Опыты грязные, да, показывайте свои. Позируйте, идите сюда. Иди Вера, сюда. Надя, Вера, Надежда, Любовь, идите да, сюда. Да. Ну, иди сюда. Иди, моя хорошая, пойдем, сюда, моя маленькая, вот. Давай. Ну. Вот, вот. Вот, все, все, попозировали. Сень, да. На фотоаппарат сними. Давай, Сень. Снимаешь. Так же и заканчиваешь съемку. Ага. Ой, ты какие хорошенькие, козлятушки с Сенечкой. Любушка, искажается. Вот ты какой, вот и Верочка сюда. Какие смеется. Хорошенькие, молодцы, давайте, и Павлик давайте. Сидит, копыта да. Копытку грязную убирай. И как засыпают уже у Сенечки. Сень, ты ага, прирожденный животновод уже. Ты представляешь, как тебя животные любят, а? Ага, уже засыпает. Засыпают уже, заснули, да. Сейчас мы хозяйку заснимем. Ой. Вот наша ой. Хозяйка. Не надо, хозяйка. Не надо, не надо. Мама козляток, да. Мама. Это грязная, мама. Зачем меня на камеру-то? Да я ладно, почище. Ничего. А то вон они меня вымазали как. Ой, ты хорошие такие козлятушки. Да ой, заснули меня. Уже. Ага. Так, теперь чего? Переходи медленно, вот на эти, электронику. Вот где я стою, с этого ракурса. С избушечек начни, Семен, с избушек вот так вот пошел. Деревню захвати, Сень. Медленно, 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 медленно. Держать так? Нет, давно надо было отпустить. Да ты все неправильно делаешь. Тебя шатает там в разные стороны, как землетрясение. Я тебе объясняю, что так нельзя панораму хватит делать. Хватит ворчать. Так неправильно. Панорама трясется и неправильно идет. Ты ведешь от против света к свету. Это неправильно. Камера плохо фиксирует этот переход, причем при таком освещении. Выключай, давай, на стоп нажимай, и дальше там, я не знаю, я уже объяснял столько раз.
И ты не должна камеру так держать, понимаешь? Вообще не должна так ее держать. Ты сейчас ее опять неправильно держишь. Ее так держать нельзя, абсолютно. Чего смешного? Ты камеру шатаешь.